Есть такие племена в джунглях Амазонки, что совершенствовались в искусстве пыток сотнями лет. Федерация приняла их в свою семью, снабдив чуть более утонченными методами. Они держали Рорка в норе месяцами. Обнаженного и кормили низко белковой кашей с ядом местных растений. Сломив тело, они принялись работать над его разумом. Когда сдался и разум, принялись за душу. Что осталось, переделали, напитав его ложью. Превратили в марионетку. Мучительный процесс, жестокий. Рорк стал их призраком. Идеальным оружием против нас. Все, отставить! Что они с тобой сделали? Да, то же, что и ты. Дали мне свободу. Когда-то ты учил меня, что призраки не ломаются. Теперь я хочу спросить тебя еще раз. Любого можно сломать, Элиас. Мог бы спросить своего дружка Аякса. Ну, если бы он еще был с нами. Хватай его стул! Хватай его стул! Логан, ко мне его. На трап его. Сюда этого ублюдка. Что, так все и закончится, Элиас? Ты выбросишь меня из самолета? Ты мне все расскажешь о раскопках в Сан-Диего. Ты что, сбросишь меня, лейтенант? Опять? Отвечай, Рорк. Ты вправду считаешь, что можешь меня сломать, Элиас? Подходите! Ну же! Вот и я! Логан, ко мне его. Это конец, Рорк. Мы победили. Ты меня не победил, Элиас. Ты только что очень облегчил мне работу! Найдем.
Постарайся найти место кружения. Продвигайся тихо, тогда точно нас найдешь. Ты справишься, сынок. Se va de aquí hasta que encontremos a los tipos. El equipo 2 está cubriendo el rincón este y el 3 el oeste. Nadie pasará sin que lo vean. No entiendo. ¿Quién iba en ese avión? Más bien, ¿quién no iba en él? Haga que sus hombres peinen sus sectores e informen de inmediato si ven algo. Entiendo. Ya están en eso. Estaremos aquí todo el día. Estaremos aquí lo que haga falta. No me importa si debe registrar los restos usted mismo. Thank you.
todavía en ese avión. Tu padre se va a ahogar. Слышь, мы тебя видим. Как начнется заварушка, сиди тихо. Логан, давай. Парни, вы готовы? Мако заберет нас в 2 километрах отсюда. Это еще что? В любом случае, просто так не сдаемся. Будем действовать тихо и быстро попадем домой. Пошли! Похоже, вертолет среди нас. Слышу, да, каньоны явно будут инфекарной. Значит, используем их в свою пользу. Сброс припасов. Кажется, они уходят. Ждем, пока все свалят. Ждем. Так, кажется, уходят. Идем вверх по ручью и не шуми. Марко, слышишь меня? Мы уже на полпути. Пока идем вдоль реки, но на месте будем. Еще кто-то возвращается. Мы можем спрятаться за водопадом. Вперед! Вижу их. Затаись, пусть пройдут. Не шевелись. Поторопимся, пока они не вернулись. Чисто. Так, заходим справа. Не высовываться. В бой вступать только если заметят. По моей команде. Так, пошли. Живее. Вперед. Пушки. Пусть пролетят. Потрясно. Идем тихо, не светимся. Встречаемся на гребне с той стороны. Ты сзади, идем по одному. Не светимся. Не светимся. Мы почти у реки. Хэш, вызывай! Мака, говори, сталкер 1-3. Мы у реки и... Срань господня, на что ядерная? Командир, запущена ракета! Парни, ну где вас носит? Мака, мы на пути к вам. Вижу вертушки! Ложись, живее!